Получить экстренную помощь теперь стало проще. Мобильное приложение системы 112 запустили в Московской области. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова. Функционал приложения обширен. С его помощью пользователи могут в одно касание вызвать спасателей, мгновенно разместить информацию о происшествиях на интерактивной карте, быстро найти ближайшую экстренную службу и госучреждение, а также получить информацию о способах оказания первой помощи и действиях при чрезвычайных ситуациях. Нажав на кнопку в центре экрана, можно позвонить оператору системы. Приложение доступно в App Store и Google Play по запросу 112 МО совершенно бесплатно. Добавим, что в настоящий момент оно полностью работоспособно, но при этом будет регулярно обновляться с учетом потребностей пользователей. Система 112 является самой масштабной на территории России. В Московской области она функционирует уже 2 года и располагает более чем 3000 специалистов. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.